Как же вся атмосфера? Кто шуля ловит на спиннинг? Кто людей спасает из реки и сеть? В Екатеринбурге посредь бела дня на акватории городского пруда прошла операция по спасению нашвыренной блонды, которая за каким-то, мягко говоря, фигом сиганула с левого берега и сети в последнюю и поплыла вдаль стилем собачки. Хотя, может, это был брас. Тинта, брас. Куда она направлялась и какую дистанцию намеревалась преодолеть, сие осталось загадкой. Но то, что блонда была вне адекватоси, это подтвердили очевидцы. Так что, может, она бросилась в пучину без какой-то определенной цели. Ну, типа, взбрендила. Несмотря на то, что лед, расплавленный огнем паловых пожаров, уже сошел, вода все еще остается фригидной, потому бойцы МЧС, а конкретно отдельного поста первой пожарно-спасательной части, при патрулировании береговой линии сочли своим долгом дамочку из хладной жидкости вытащить. Спасти, то бишь. Они дошли до ближайшей лодочной станции, зафрахтовали резиновую лодку с мотором Меркури, Фредди Меркури, и поехали к мокрой женщине. Какое расстояние и по какой траектории дамочка отмотала, не сообщается, но когда спасатели до нее добрались, она сжалась на мелкоте к каменному берегу и сети. Ее без сопротивления загрузили в лодку и успешно доставили на берег. Обуви на блонде поверх колготок не наблюдалось. То ли ее смыло бурными водами Есети, то ли дамочка загодя оставила ее где-то на берегу перед погружением. Спасатели передали продрогшую пловчиху с рук на руки врачам скорой. Судя по той покорности, с какой женщина выходила на берег, она была вовсе не против того, что ее спасли. Судьба ботиков, равно как и цель купания вообще, остались неизвестными.